Алиса, включи панкуху. Включай подборку панкуха. Алиса, поставь напоминание завтра 14:00 английский. Поставила напоминание английский на завтра в 2 часа дня. Алиса, скажи, а какая завтра погода? Завтра в Москве от минус 4 до минус 9. Небольшой снег. Алиса, включи новости спорта. Слово Яндекс новостям. Оренбург. Анжи 0-1. Оренбург на своем поле уступил махачкалинскому Анжи в матче 18-го тура чемпионата России. Я постоянно совмещаю работу и отдых. И один из моих любимых форматов перезагрузки – задавать вопросы интернету. И в этом просто отлично помогает универсальный гаджет от Яндекса – Яндекс.Станция. Помню, когда у меня появился первый телефон без кнопок. Это было в 2011 году, и это воспринималось как невероятный прорыв. В Яндекс.Станции нет кучи кнопок и экранов, есть только ваш голос, который помогает решать самые разные задачи. И это совершенно новое ощущение. Включает музыку. В колонку встроена мощная рекомендательная система от Яндекс.Музыки. Так что совершенно не обязательно формулировать конкретный запрос. Достаточно просто сказать Алисе два заветных слова, и она составит плейлист, исходя из ваших предпочтений. Алиса, включи музыку. Включает видео. В станцию входит подписка сразу на несколько платформ онлайн-видеосервиса. Алиса, включи эфир. Вот доступные каналы. Отвечает на вопросы благодаря...